ребенком будучи, когда высоко звучал орган в старинной церкви нашей, он слушал и заслушался. Слезы невольные сладкие текли. Отверг он рано разные забавы. Науки чуждые музыки были постыл. Отменно от них отвлекся и предался одной музыке. Труден первый шаг, скушен первый путь. Преодолел я ранние невзгоды. Ремесло поставил я подножием искусства. Я сделался ремесленник. Перстам принял послушную сухую беглость и верность уху. Звуки умертвив музыку, я разъял, как труп. Поверил я алгеброй гармонию. Уже тогда дерзнул науки искушенный предаться неге творческой мечты. Я стал творить, но в тишине, но в тайне. Не смею помышлять еще о славе. Нередко просидел в безмолвной келье 2-3 дня, забыв и сон, и пищу. Вкусив восторг и слезы вдохновения, и холодно смотрел, как мысль моя и звуки мной рожденные была с таким делом исчезали. Великий глюк явился и открыл нам новые тайны. Глубокие, пленительные тайны. Не бросил я все, что прежде знал, что так любил, чему так жарко верил. И не пошел я бодро вслед за ним. Безропотно, как тот, кто заблуждался и встречным поздним стороной нудил. Усилил напряженным постоянством я, наконец, в искусстве безграничном достигнул степени высокой. И слава сразу улыбнулась. В сердцах людей нашел созвучие своим созданием. Я счастлив был. Я наслаждался мирно. Своим трудом, успехом, славой. Также трудами, успехами друзей, товарищей своих в искусстве дивном. Нет! Никогда я зависти не знал. О, никогда. Ниже, когда печи не принятимел слух диких парижан. Ниже, когда услышал в первый раз я Ифигении начальные звуки. Кто скажет, что в Сальере гордый был когда-нибудь завистником презренным? Змеёй, людьми растоптанную жиле, песок и пыль, грызущую бессильно, никто! А ныне? Сам скажу. Завистник! Завидуй лишь глубоко, мучительно завидуй. О, небо! Где ж правота? Когда священный дар, когда бессмертный гений, не в награду любви горящей, самоотвержения, трудов, усердия, молений послан, озаряет голову безумца, гуляйте праздного. Моцарт, судьбой своей ты избран, чтоб его остановить. А то мы все погибли, мы все жрецы, служители музыки. Что пользы, если Моцарт будет жив и новой высоты еще достигнет? Подымет ли он тело искусства? Нет! Оно пойдет опять, как он исчезнет. Наследника нам не оставит он. Что пользы в нем? Как некий херувим, он несколько занес нам песен райских, чтоб, возмутив бескрылое желание в нас, чадах прав, после улететь. Так улетай! Чем скорее, тем лучше. Вот яд, последний дар моей изоры. А
18 лет ношу его с собою. И часто жизнь казалась мне с тех пор несносной раной. И сидел я часто с врагом беспечным за одной трапезой. Но никогда наш опыт искушения не предавался я. Хотя я не трус, хотя обиду чувствую глубоко, хоть мало жизнь люблю, все медлил я. Как жажда смерти мучила меня. Что, умирать? Быть может, жизнь принесет внезапные дары. Быть может, посетит тебя восторг и творческая ночь вдохновения. Быть может, новый гадец сотворит великое. И наслажусь им, как пировал я с гостем ненавистным. Быть может, мнил я злейшего врага найду. Быть может, злейшая обида вместо отменной грянет высоты. Тогда не пропадешь ты, дар и зоры. И я был прав, и наконец нашел я моего врага. И новый Гайден меня восторгом дивно упоил. Теперь пора.